Идем немножечко на спуск. Переведем дыхание. Фу. Ударов 160 у меня было. Это удара под 2,5 в секунду. Хорошо, сердце здесь пашет. Пару слов о том, что такое вообще восхождение, учитывая, что идет перемена давления, а также усвоение кислорода меняется, все меняется. Дается очень серьезный запрос на генетику и, соответственно, ускоренная выработка эритроцитов. Вот. Если пить достаточно водички, чтобы кровь не загущалась, дышать правильно, глубоко, шаги размерять как следует, работать шестами, помогать себе руками, кровь будет оставаться более-менее жидкой, эритроциты будут разъединены, поверхность эритроцитов будет более свободна для переноса кислорода, и восхождение будет более-менее терпимым. Дыхание очень важно, техника восхождения очень важна. Очень важна длина шага, очень важно, как вы предварительно выспались. Также очень важно, как вы питались эти дни. И настроение, конечно же, настрой. В горах не нужно показывать сверхрезультаты. Не надо никого обгонять, никуда бежать. В горах нужно чувствовать свое тело. Оно отзовется. Насиловать его только не надо. А тело отзовется. Нужно любить свое тело, уважать. Иногда останавливаться для того, чтобы подышать. Можно использовать диафрагмальное дыхание для насыщения крови кислородом.